Кировское сельское поселение не раз добивалось высоких мест в краевых конкурсах по благоустройству. Здесь есть чем гордиться. И сейчас у селян появится еще один повод для гордости – прекрасный современный парк. Привлекательные ворота с оригинальной деревянной табличкой встречают каждого, кто захочет посетить современный парк в хуторе Голицын и отдохнуть там. Здесь постарались сделать все, чтобы человек смог провести время с максимальным комфортом и получил удовольствие от нахождения в парке. Глава Кировского сельского поселения Евгений Леонов сделал все возможное, чтобы строители обеспечили высокое качество проведенных работ, чтобы пожелания жителей нашли свое верное воплощение. Появилась эта программа, появилась возможность сделать что-то цивилизованно. О том, как получилось, я думаю, вы любых прохожих можете спросить, будучи там. По крайней мере, те люди, которые ко мне подходили, были, ну не скажу, что там в восторге прям, но отзывы были самые хорошие, что это действительно надо. Люди сегодня там находятся. Я считаю, что совместными усилиями у нас это получилось. А что касается дальнейшей работы по этому парку, ну, я думаю, там предела совершенства нет. Мы там что-то уже сами посадили, что-то по весне, что-то попросим наших предприятий. В солнечные декабрьские дни парк привлекает жителей поселения, которые очень довольны, что у них появилось такое место для полноценного отдыха. Еще, конечно, больше озеленения весной, цветы, но это все приходимое. Ну, очень прекрасно, деткам тоже, ну, таким подрастающим деткам нравится. Мамы довольны, ну, у нас еще, сказали, будут еще формы для детских площадок поставят. Очень прекрасный парк. Ночью особенно превосходно освещение. И когда прохожу, я даже чуть-чуть останавливаюсь и могу на лавочке посидеть, прям просто восхищаться нашим прекрасным парком. И вообще у нас хутор очень красивый. Все условия, созданные для детей, они с радостью приходят сюда, чтобы хорошо отдохнуть. Парк очень красивый, он мне очень нравится. Прихожу сюда каждый день, с подружками тут гуляем. Нравится все. Тут хорошо, воздух свежий. Тенек тут есть везде. В парке все продумано и сделано с душой. На большой площади расположились детская и спортивная площадки, уложены прогулочные дорожки из плитки, установлены освещение и удобные скамьи. Зеленые насаждения здесь также есть, и работа по озеленению будет продолжаться и дальше. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».